Так, слушайте, хватит пиво жрать, блин, без повода. Давайте повод потом... есть, Дим, повод есть, все нормально. Да не, ну надо же сказать все-таки в день рождения какие-то слова хорошие, теплые. Вась, с ДР. Говорили уже. Блять, вы говорили, я не говорил. Спасибо так большое. Говорите. Да подожди ты, господи, я еще рот не открыл, даже спасибо большое уже говорит. Вась, значит, я тебя хочу поздравить словами нашего замечательного питерского писателя-сатирика Семена Альтова. Он говорит, существует три типа возраста. Первый, когда вчера бухал, с девчонками отвисал, куролесил всю ночь, не спал, блин, с утра встаешь, как будто не было ничего. Второй возраст. Это когда всю ночь бухал, с девчонками отвисал, не спал, встал, и по тебе все видно. И вот третий, когда не бухал, ни с кем не спал, спал всю ночь нормально, в кровати стоишь, а такое ощущение, как будто бухал, с девчонками куролесил и все остальное. Да. Так вот, Вася, чтобы у тебя третий возраст как можно позже наступил. Позже. А Дима, спасибо, поздно уже, Диман, уже поздно. Он уже наступил. Он еще молодой душой. Так вот, он покуролесил и все, видишь, уже сидит, пьет. И по нему все видно. Вась, у меня пожелание тебе, Вась, чтобы у тебя, знаешь, как было все, Вась? Как? А ну, как? Вот так. О, супер. Спасибо, Саня. Саня, чтобы сказать, тот чуть руку себе не сломал, блин. Я! Себе! Меня будить! Меня будить!